Так, начало стрима, доброе время суток. Сейчас мы проводим командный турнир между четырьмя регионами: Москвой, Питером, Новосибирском и Украиной. Сейчас я ссылочки на стрим запилю и начну комментирование, начну просмотр игр. Так, начало стрима. Стриме. Хорошее начало было у меня. Так, начало стрима. От имени группы. Теперь эту новость я попадаю сюда. Так, теперь воспилю сюда. Нет, это херовая новость. Начало стрима турнира отправить. Такс. Ну теперь надо пора смотреть. Собрал конференцию с людьми. 16 участников. Тут, скорее всего, не будет видно. Я сделал разрешение экрана слегка другим. Хотя вот сейчас, по-моему, могу поменять его. Хотя ладно, не буду. Так, как бы мне получше показать. Это я могу выключить. Вот так покажу. Это столы, участники. Те, кто будет играть в турнире. Их достаточно много, их 16 игроков. Вот 4 команды. По 4 участника в каждом. Все будет сыграно. 16 партий каждой командой, то есть 4 игрока играют по 4 партии. Вот такие пироги. Стрим идет с задержкой, и поэтому никто ничего не увидит. Да и на самих столах есть задержка. Ну что ж, сейчас я выберу стол, который буду смотреть. А, я выбираю стол с... Выберу стол первый, где играет по одному участку из каждой команды, разумеется. Показывать стрим будет через пару минут. Оставайтесь на связи, сейчас все начнется. За столом 2 четвертых дана. Правда, у 1 четвертого дана вообще нет рейта, совершенно нет рейта. Этот игрок претендует на звание самого слабого четвертого дана в истории. Скорее всего, у него осталось поинтов 100-150 до потери четвертого дана. Ладно, пока не грузится, я повторю еще, какие у нас столы есть. Хороший стол еще четвертый. Я думаю, я на него чуть позже переключусь. Также есть, ну, все столы хороши, на самом деле участники достаточно сильные по меркам России, по крайней мере большинство из них, и турнир будет достаточно потным и интересным. Буду переключаться между столами, там по смотрению несколько раздач, переключаться на следующий стол. Кто-то играет за Лору? Кто играет за Лору? Я такого не просил, что кто-то играл за Лору. Так. Лора у нас сидит на столе номер... Столе номер 3. Это лобби 2-2-3-5. То есть сейчас я должен перейти в лобби 2-2-3-5. Би 2-2-3-5. Нордвест. 4-й Q.
То есть это не ноунейм аккаунт, это известный аккаунт. То есть четвертый Q он уже набил. И, соответственно, этот аккаунт уже давно существует, давно уже есть в сети, давно играет. То есть набил несколько побед. Это не ноунейм, это аккаунт, который был зарегистрирован ранее. Плюс аккаунт схож с никнеймом, который она мне писала сюда, в конференцию. То есть у меня нет никаких оснований предполагать, что это другой человек. Скорее всего, это именно тот, который нужно. Так, Феникс Лобби пока что еще мне рано смотреть. Вернуть обратно за стол номер 2233. Так. От кого будут смотреть? Будут смотреть от питерского братка. Они все верят в поток. Первая задача еще у них не закончена. Буду рассматривать ее. Игрок справа имеет потенциал на той и той. Он решил играть вот таким образом. Достаточно скверно будет, если он откроет здесь на 1000. У той именно хорошая рука, может стать там пин-саншику через пару ходов. Слева мусорная рука, он рано прокинул ненужные формы 7-9, они могли дать ему саншику. Но в целом слева рука достаточно слабая. Игрок справа открывается, скорее всего он хочет собрать то и то здесь. Посмотрим, получится ли у него. Игрок заходит Дора, он теперь должен скидывать здесь девятку пин. Но он скидывает восьмерку ман. Ну, его выбор. Хотя восьмерка ман тоже не особо нужно здесь ставил. Хочется заметить. Так, все, продолжаю просмотр. Я как организатор и одновременно стример должен смотреть за многими вещами одновременно. Мне еще и в личку бывает пишут. Ага, так, хорошо, хорошо. У команды Украины есть игрок замены еще один. Так и запишем. Ну что ж, теперь, я думаю, игрок справа не откажется от сбора 1000. Однако любопытный момент, ему даже заходит пара. Он, скорее всего, от него откажется, да. То ему заходит темпай на танпин, но без саншику. Посмотрим, что он решит. Он может просто кинуть юг. Он еще не фуритен. Слева собрал домотен пинфудора дилерские. Неплохо так в целом сыграно. Слева была скинута рано тройка ман. Он мог бы вполне рассчитывать на то, что мы кинут в ричи. Но уже качественная игра с первой раздачи. Домотены, как мы видим. Хотя вот этот сброс единицы СО, это потеря ИЦУ возможного. Ну, хотя сброс тройки пин потеря саншику 3-4-5. Да, надо было скинуть начать свой сброс с девятки со, потому что так он потерял ожидание на двойку со, а так не потерял ничего, грубо говоря. Еще секундочку зайду, посмотрю. Слева уже Ричи, причем в трехсторонку. Как это быстро собралось, он ему дошла семерка со. Однако ему было бы ужасно неприятно, если бы нашла бы двойка слов, потому что он ее потерял. Но в целом, раз слева много аутов, вытащить под сумму здесь будет не таким редким событием. Процентов 15 у него есть. А вот и оно. Ричи под сумму пинфу. Хорошее начало от сборной Москвы. Вот рассадка и составы. Без Акадор игра на среднее место. Напомню вам, как по какой системе играется турнир. Игра идет на среднее место. Команда, у которой суммарно лучше среднее место, побеждает в турнире при равном количестве
среднего места, грубо говоря. То есть, если у одной команды будет средняя 2, и у другой команды будет средняя 2, то будет смотреться разница по очкам, будет все высчитываться и определяться победитель. Также есть личный зачет игровой игроков. Там будет выясняться, кто сыграл лучше всего турнир. Опять же, по среднему месту, а потом по очкам. Ну и можно, это как бы основные моменты турнирные. Ну, также ради там удовольствия или фана можно будет сделать табличку. Она ни на что уже не будет влиять, она, но какие, ну, кто выиграл по очкам, а не по среднему. Ведь очень часто разница по среднему и по очкам, она... Вернее, разница между игроками будет большая, если смотреть по среднему или по очкам. Возможно, даже поменять победитель турнира. Вот у меня есть две доры, но достаточно медленная рука еще. Тут хоть и реально шанте, но она должна долго развиваться. Слева примерно такая же рука, но в ней уже есть формы. У питерского игрока, игрока из Питера, рука более приятная, она и шанте на пинфу. Ее очень легко можно перестроить. Плюс здесь можно собрать даже Itsu Soul, если один момент не кинуть Ричи. А вот и четверка Soul, теперь он, по идее, должен скидывать семерку ман. Очень часто здесь можно лучше ожидания, очень часто. Ну, я боюсь, это огромная ошибка, что он кинул Ричи. Хоть у него есть девятка Soul в дискарде, он очень часто мог получить бы здесь пинфу. Здесь невероятное количество улучшений руки. И я не знаю, чего он хочет добиться, кинув Ричи Номи. Это игра без Гадор. Здесь, если ты кидаешь Ричи на дешевую руку, то ты можешь быть наказан. Хотя и в обычном Ричи можешь так быть наказан. Который с Гадорами. Мне все пишут в Skype. Мне, пожалуй, надо закрывать его. Мы уже начали. Не отвлекай. Так, ну, в конференции Skype все тихо, люди играют. На самом деле, он кинул Ричи на 2 тайла, шестерки ман. И я не уверен, что такие центральные тайлы ему будут скидывать. У него нету ни идеи залома, ни стоимости. Это одно из самых глупых Ричи, которое было кинуто на самом деле. Ну, может, он просто поспешил, такое бывает с каждым из нас. Игрок справа не защищается, кидает четверку пин, но его можно понять, у него, возможно, скоро будет темпай на дорогую руку. Кстати, а вот и он. Тан пин и пейка. Нету фуритена, очень хорошее ожидание, почему он не кинул Ричи. Почему игрок... потому что осталось всего мало тайлов до конца стены. Но я думаю, сейчас он может получить хай-тей даже иногда. Хотя тут всего у него осталось один или два аута живых. А вот и он, хай-тей, танпин и пейка, я ж знал. Я все знал. Красивая игра справа, но я бы на его месте кинул бы Ричи. Потому что у него... Он не видел своих аутов по дискардах. Как оказалось, еще есть в тени один или два аута, я точно не посчитал. Но пока что я хончан идет красивым. Интересным. Ну, пару раз дальше посмотрел. Я хотел переключиться на другие столы. Посмотрю, как идут дела у нас у других участников. 2, 2, 3, 4 стол. Так, посмотрю, кто сидит в лобби этом. 4 игрока. Сидит еще игрок. Ага, из Вафель. Ну... Это игрок Сасамука, всем известный, своими деяниями, своей суперигрой. Так, смотрю, за питерским игроком я смотрел, за игроком из Москвы тоже, я думаю, не стоит смотреть. Посмотрю, представитель Новосибирска. У них уже третий восток идет. Слева кидает Ричи, но попадает в говнарскую руку 1000. Немного не повезло.
Тут явно победителя пока что нету. Хотя окончание достаточно быстро, уже четвертый восток. Четвертый восток и очень маленький отрыв друг от друга. Здесь будет плотная борьба за места. В принципе, у всех нормальные руки, есть готовые сеты, есть ряманы. Только у игрока слева нету готовых сетов, но у него есть три пары. И две доры, между прочим. То есть игрок слева может рассчитывать на то, чтобы собрать открытую руку с дорами. Но это будет не так быстро. Брать пол на девятках — это точно глупое решение. Но игрок понимает это, разумеется. Он давно играет в маджонг. У всех заходит читой, это самое странное. У всех игроков есть по три пары. Нет, только справа две пары всего лишь. А у этого игрока, который я смотрю, целых пять пар. Хм. А ведь ему Дора не зайдет? А, или зайдет? Еще одна Дора есть в стене. Что же решить делать Тэмон? Кинет востоке или девятку Сол? Наверное, девятку Сол. Более логичный сброс. Вот он путит. Сброс семерки Сол. Ну да, то, что фуритен на восьмерку Сол. Но, в принципе, семерка СО была намек, что можно уйти в нормальную руку. Ведется борьба. Две доры — это хороший повод, чтобы атаковать. Но, в принципе, я, возможно, так же сыграл бы. Эх, а уже был бы темпа, если бы оставил бы семерку соло. Достаточно обидно. Может, он все еще хочет читой собрать? Это не последний вариант. Но вот такой белый дракон в читой был бы хорош. Как известно, белый дракон — это лучшее ожидание на читой. Игрок справа скинул тройку пин. Я думаю, это немного странное решение. Он хочет получить какую-нибудь четверку пин, но их осталось достаточно мало, и тройка пин является улучшением руки. Он, скорее всего, очень много потерял, скинув ее, и оставил все в руке зеленого дракона. Мне кажется, это немного плохое решение от него было. Скорее всего, ему аукнется то, что он сбросил тройку пин. Ему аукнется какой-нибудь пятеркой, двойкой, четверкой. Утром еще тен на пинфу, а вот ты пай на пинфу в три стороны. Ну это стандартная речи здесь должно быть. Оно и есть. Тут надо сейчас единицами пин, я считаю. Кинул 7 пин в пац, он это что? Да, ну. Ладно. Давай, бей полностью, то если бери. Это глупость. Это глупость. Блин, пятерка пин тоже был страшно кидать. Ну, дилер уходит от раздачи. А, что? Зачем? Блин, хорошая рука была. И дилер стал рисковать, имея опять-таки шантен на читой. Ну, странно, конечно. Там были безопасные сбросы, между прочим. И мне непонятно, зачем было кидать семерку пин. Это уход в читой. Но если человек собирал читой, надо было оставлять белого дракона, я считаю. Вот игрок справа пошел в быструю охотницу. На самом деле у него все шансы победить. Только мне кажется, он обвил пон восток, имея закрытый пон. Это самое такое самое сомнительное решение. Объясню почему. Сейчас я переключусь на него. Так, теперь мы будем смотреть за игроком из Украины. У него был закрытый пон восток, он обвил пон. И этим самым он потерял один свой ход. То есть
за место этого пона, который малоэффективен, он мог получить целый тайл, который мог бы ему очень сильно улучшить руку. Это мог быть и белый, и запад, и любой соу. То есть такие поны, они слегка сомнительные. Хотя в целом они могут увеличить потенциальную стоимость руки до большой в дальнейшем. Но это все еще неэффективное взятие, считается. Так, взглянул быстренько на стрим. 13 зрителей. Посмотрю ВКонтакт, одно сообщение. Ты же спер это так, я ничего не пер, я честный. Так, игра продолжается тут, ну все, смотрим. Игрок слева, возможно, скоро скинет тройку со, она ему не пригодится. Я думаю, еще одно объявление в соу, и игрок объявит кан на востоках. Или еще одно улучшение. Пока что это очевидная хонится рука. Игрок не пытается это скрыть. Хотя, возможно, он никогда не пытался скрыть свои руки. Выход на Тани Аономи достаточно скверный был бы от игрока слева. А вот и Кан объявился. Весьма ожидаемый. Но, к сожалению, два белых уже вышло. Что же будет делать дилер? А, ну у него есть такой же ход. Он может выйти в хитрый темпай. То ему думают, пожадничать или не пожадничать. Я шутки пожадничать. Сейчас кинь четверку пин, скорее всего. Или тройку. Ха-ха. Его сбросы не могут троллировать игрока слева. Потому что он мог бы выживать в темпай, если под руку. Ого. Выжив темпай на хоницу, то и той хоницу и кухай. Это манган по стоимости. Шестерка со является опасным тайлом. Я думаю, он перестроится на нее. Си. Объявив чи, он помешал этому игроку взять девятку со стены. Вот это уровень. Потому что если я не объявил бы чи, дилер взял бы сумму девяткой соу. Что мы видим? Этот навык. Ну, уже второй юг в окончании, плотная борьба. Пожалуй, пойду дальше, посмотрю, что творится со следующим столом. 2, 2, 3, 5. Тут играет вот, украинский, питерский, московский игрок. Посмотрю за московским игроком. А у него уже темпай на той-той и кухай, или той-той 2 и кухай. А нет, чуны вышли. Это темпай на четверку пин. Четверка пин одна в рямане, другая в сете. Шансов собрать очень мало, но игрок лидирует по очкам. Вернулся игрок... Вернулся Веталь, это игрок Украины. Хотя двойка особо выпадцы была очень опасным тайлом, я бы думаю, на месте игрока скинул бы чинов. Очень невыгодно скидывать выпадцу. Тут дискарь 1-6, это намек, что можно ждать на 2-5. Чуны 2 вышли, я бы их скинул точно, потому что это очень опасный сброс является двойка соу. Сумо! Ричи, сумо, там пин и пейка, две доры. Это почти байман. Ну как почти, это и есть байман, блин, две ура, доры. Сильная игра, кстати. Имеет танпин 2 доры, кинул речи, получил выпейка. Ну, очень большая стоимость руки. Я думаю, теперь игрок слева обязан выиграть ханчан. Но основная фишка в том, что ничто не мешало игроку слева ждать на 2-5 соу, и Дмитрий накинул бы выпадцу 2-5 соу. Поэтому... Это была слегка спорная игра. Можно было оказаться в глубочайшем очке.
И Райт Темпая, где два аута из той-той там уже вышло. Это достаточно скверно. Причем вышли не четверки пин, а чуны. Ну, это было его решение. Борьба в этом хачане, скорее всего, уже прекратится. Уже идет второй юг. Играя без Эконор, тяжело собрать сумму Ханиман, но игрок слева собрал сумму Байман. Это огромная стоимость, между прочим. По рейту, ну, аккаунты достаточно слабенькие, конечно, у ребят. Но надеемся, что они покажут хорошую игру в этом турнире. Томас скинул 3-6 ман. Это достаточно ключевые тайлы. Вокруг них можно строить руку, но он решил их пораньше прокинуть. Я почему-то пропустил, ради чего он их прокинул. Игрок справа может собрать либо 1000, либо той-той с Якухаем дилерским. Но лучше он соберет 1000 на самом деле. Да. Так будет ринча, но он продолжит играть. Так, одно сообщение. Все, почитал. Двигаемся дальше. Ну, вот уже, можно сказать, и конец. Сброс четверки ман говорит о том, что игрок скинет четверку ман очень быстро. Сумо. 500 с каждого. Ну, игрок остался на Рейчане, он на четвертом месте. Я пропустил, точнее не пропустил, я прошел, когда уже было мало очков у игрока. О, интересный заход. Половина руки терминалы. Вернее, достоинство. Тайтл достоинств. А вот у Тоймана напротив. Рука похожа на Хуницу. Достаточно быстрая, кстати. Пара объявлений, и вот уже темпай. Вау, какое хорошее взятие первое. Тут я хочу посмотреть от него, как он будет собирать эту руку. Он уже объявился на первом белом. Но это не является ошибкой. Он имеет все шансы собрать быструю руку. Быстрые 3900 и выйти на второе место более уверенное. Да, единица ман, это хороший сброс. Ждать на запад, который только что вышел, это самое то. Однако два запада у Тоймана, но я думаю, при отходе любого мана, вот такой ман самый лучший является. Теперь у него 4 стороны ожидания, нет, 5 стороны ожидания, 3, 6, 9 и 5, 8 ман. Я думаю, победитель раздачи уже предрешен. Но хочется, конечно, вытащить тройку маны, я думаю, игроку. Но так тоже сойдет. Ну что ж. И пора, чтобы не опоздать, зайти на последний стол. Ой, не тем буквы не пишу. Лобби 2, 2, 3, 6. Это там сидит четвертый стол. Повторю за... все никнеймы на японском, кроме одного. Странно. Повторю за самым, наверное, средним рейтом. К нему сюда сяду. Вот за ним посмотрю. Это у нас Дмитрий, по-моему. Нет, это у нас Боря. Это Боря Мороз. Так. А что это за игроки-то хоть? Это Боря. Еще один игрок из Новосибирска. И Ольга. Так. Вернусь обратно. У них идет всего лишь первый юг. Сразу же лидер скинул белого дракона. Не факт, что это грамотная игра. Он создал ситуацию, при которой будет создана большая автомобиль в руке игрока. Все, он мог кинуть и сюда белого дракона, и в рон, и в пон. Это надо объявляться, выходить в темпай. Хотя это всего лишь хуницу номер, достаточно скверная стоимость. Но при мангане на столе лучше рисковать и собирать быстрее, чтобы не дать игроку другому выиграть. Более того, этот игрок является противником вот этого игрока. Поэтому нужно двигаться вперед.
Кан Востоков, открылись доры новые. Теперь это не просто хоница, это хоница дора. Неужели тоже канал объявит? Это странно будет. Ну, хотя, может, может. Так, может даться ситуация Ханиман, и он, игрок может выйти на место повыше, но это является необязательным решением. Тут можно скинуть четверку свой, выйти в темпай поинтереснее. Хотя юг уже держит, уже не скидывает юг. Игрок хорошо защищается, оставляет опасный тел у себя в руке. Сумо. Коридоры. Ну вот, хорошо, что игрок справа защищался, но пока он дилер, ему невыгодно давать ситуации, где у противников будет манган. Потому что если они будут брать сумму, он будет терять очки. При мангане он теряет 4000 очков за чужую сумму. И благодаря своему решению он скатился на второе место с первого. Причем первое место было достаточно уверенным. Либо он поспешил, скинул белого дракона, либо можно сказать, что он вполне вероятно допустил ошибочку. Не знаю, успею ли я сделать еще один круг. Вот, есть первые результаты. Смотрите. Так, один стол закончил. Я буду вносить результаты в таблицу после того, как сыграют все столы. И как только начнется следующий ханчан, я в тот промежуток, пока я не смогу смотреть их реплей, как они играют, я буду вносить результаты. А пока давайте наблюдаем за игрой здешних пура, как мы сможем так сказать. Ну, здесь есть хорошая борьба между первым, вторым и третьим, четвертым. Они разбились на два угла, можно так сказать, по диагонали. Четвертый хочет занять место повыше. Первый хочет отстоять свое первое место. А впрочем, все как обычно. Здесь, наверное, лучше сброситься шестерка ман. Хотя нет, восьмерка. Зачем игроку две пары? Девятки ман и девятки со. При том, что скинута четверка ман, я думаю, четверка ман уже мало пригодится в руке. Но это не я решал, как играть. Справа собирает Чанту Номи. Ну, Чанту Номи не позволит ему выйти на место повыше. Хотя, если Тэмон будет скидывать не пару девяток ман, а пару девяток со. О, это можно объявить пон. Объявили пон, собирай той-той. Той-той и кухай. Офигенно. А, это еще и кухай. Но нет, игрок отказывается. Интересно. И шантен слева. Он решает скинуть 4-3 со. Это очень странное решение. Рямон 2-3 пин полностью почти убит. 2 единицы пин вышло, на 1 пин была задержка. Я бы скидывал бы здесь 2-3 пин. Или какой-нибудь другой, но ему заходит, ему повезло, конечно. Но эти рямоны 5-6 пин и 2-3 пин пересекались, они друг друга замещали. То есть один рямон был не как рямон, а чуть похуже. Выпас заходит четверка пин, защищается игрок. Но это не мешает взять пас сумму. Еще и Урадора. Урадора является очень важной. Она почти удваивает стоимость в такой руке. Вместо 5200 игрок получает 8000. Вот у них идет третий юг. А, пожалуй, я возведу, повторю еще какой-нибудь столик. 2-2-3-3. Там все еще играют игроки наши. У них второй юг по реплею. Но на самом деле у них, наверное, третий или уже четвертый юг.
Задержка в несколько раздач есть. Что изменилось? Игрок из Москвы все еще лидирует. Игрок из Украины его пытаются догнать. И вот игрок из Новосибирска немножко все еще проигрывает. А, у Тойм на чиницу. Нет, не у тебя, а вот у тебя. Нет, и не у тебя тоже. Игрока из Питера чиницу. Так. Он ждет на 3 пин и 7 пин. Семерки пин одна живая последняя. Тройки пин тоже одна живая. Из трех аутов, где они, Тайл является ключевыми, у него есть два аута. Это очень большое количество. Он рискует собрать чиницу тридоры. Вот такие руки, конечно, лучше перестраивать, но не так-то просто их перестроить. Игроку слева нашла семерка пин. Он защищается, правильно делает. Семерка пин могла его полностью убить. Чиницу 2 дора. Это байман дилерский. 24 тысячи. Нет, не байман. Всего лишь ханиман, я перепутал. А вот игроку слева заходит таки темпай. На танпин и пейка. Что же он будет делать? Ай-яй-яй-яй-яй. Чиницу Дора Дора. Это убийственная рука. Вовремя, конечно, зашел. Я запечатлел очень такой интересный момент. Жалко игрока слева, конечно. Очень сильно по нему сейчас ударило. Но Питер показал скилл, показал свой уровень. Дорогая рука была собрана. Трагично то, что игрок слева был дилером, вернее, был лидером. Нет, не просто лидером. И ему не нужно было атаковать, ему можно было защищаться. Тогда бы он остался бы, ну, если не на первом месте, то на втором месте. Ближе к концу Ханчана. Это был бы частый исход, если бы он играл бы защитно. Тут ему не повезло накинуть. Всякое бывает. Много интересных игровых моментов я застал уже. Здесь все более известно, все более понятно. Второй юг, скорее всего, лидер останется. Пока есть рем, повторю еще дальше. Кино стал есть. Лобби. 2, 2, 3, 4. Так. Что творится здесь? Третий юг. Этот стол уже закончен, но пока что давайте посмотрим. У Якомса есть антенна Суанка. И что самое удивительное, количество аутов достаточно высоко. Одна тройка ман, две восьмерки пин и две девятки со. Это пять аутов выше антенны Суанка. Это максимальное количество. Ну, около максимально. Всего лишь один аут из шести в Суанка у него вышло. То есть он... Пять тайлов в стене дают ему темпай на Суанка. И потом три или четыре дадут ему темпай, вернее, сумма. Это огромный шанс на сбор Суанка на самом деле, но... Огромный именно по меркам сбора этого Яку, но не сбора в целом. Сбор в целом, разумеется, будет страдать. Ну, вот вышла тройка ман. К сожалению, это была вторая тройка ман. Уже пропускать ее не стоит. Нет, ну он знал только об одной. А вот еще одна. И вместо Суанка это всего лишь... Я пропустил самое важное, это Сан Шакудока. Вау! Как я это мог пропустить? Я смотрел только за закрытыми понами, а это еще и Сан Шакудока. Блин, сильная рука очень. Смотрите, как все меняется. Буквально конец Ханчанов и меняются лидеры очень так быстро и мгновенно. Так, у меня название стрима. Хорошо. Титул Broadcast. Командный турнир. Это ведь нормально будет? Блин. Черт, куда меня погнало? Вернись. Так, едит. Командный турнир. Командный турнир.
Дон. Все, командный турнир. Success. А почему офлайн-то? Все, работает. Так, еще раз немножко оглянусь, что у меня там за... Три стола закончилось. Так, три стола закончили, остался один стол. Надо назначить время, я думаю, время. Так, ну, здесь уже стол доиграл. Остался сегодня стол, который не доиграл. И я думаю, это... Что у нас номер 2236. Нет, этот стол доиграл, значит, лобби 2233. Да, этот стол все еще играет. Хотя, думаю, скоро и доиграет уже совсем. Ом. Да, игрок Леонуш играет за место. Я, наверное, не поменял. Сейчас поменяю. Так. Так. Доступные мне. Мой диск. Где командный турнир? Кто его съел? Командный турнир, вот он. Так, значит, Леонуш. Я его, наверное, не поменял кое-где. А, Леонуш, Леонуш, Леонуш. А где? Так, я уже убрал Виталий отсюда, так что все в порядке. Так. Стол еще доигрывают. Это уход из Шантена, такой сброс. Девятка команд. Я не знаю, о чем сейчас думает игрок из Москвы. Он хочет занять третье место, а не четвертое, скорее всего. У Тэмина хорошая рука, хорошее ожидание на охотницу. Два кое ходит, достаточно быстрое. Все шансы собрать эту руку и выйти на... Какое, блин, третье место, конечно, но... Можно его и улучшить будет как-нибудь, как потом. Это еще не конец. Игрок справа рискует очень сильно, кидает пятерку, со, тройку, со. И это очень сильно может... Это очень опасный тайл, он может попасть в рон Тоймену. Не стоит кидать опасный тайл, когда ты лидер Ханчана. Это могли быть последний тайл, который он кидал. Блин, ты что ты делаешь? Ну это глупость. Это полная глупость. Он был лидером и кидал три тайла подряд в соу. В ходницу, очевиднейшая ходницу. И одна октава прошла странно. Вторая октава прошла странно. И третья октава он накинул. Но это не мог глупо. Блин, даже нельзя назвать нормальной игрой. Это полностью глупая игра. Он проверял, на что ждет Тойман, и таки попал ему в рон. Но это
Бред. Даже смотреть на самом деле не хочется. О чем думал игрок из Питера, я пока не подозреваю, но он был в Тимпане читой, это того, наверное, не стоило. Это просто... Ну, это смешно, ребят. Вот Тимпай находится в три стороны. Ему кидают один тайл центральный, он проходит. Это уже подвиг, то, что этот тайл прошел. Ему кидают второй тайл, тоже центральный, следующая октава. Этот тайл проходит, уже даже, уже, он уже не должен проходить, но он все еще проходит. Ему еще вдогонку кидают третий тайл октавы. Ну, если это не рон, то у него наверняка и не хонится. Но вот так. Так получилось. Ну, не хочу говорить плохо про игроков, но мне кажется, это было достаточно плохое решение от игрока. Потому что дилерская хоббит стоит 11 тысяч с двумя кухаями. И пропустить такой момент в комментировании достаточно глупо было бы. Молчать, наверное, не получится про такое. Скинули последний реплей. Все. Первый раунд сыгран. 5 минут перерыв. Так, все первые хачаны отыграны. Первый раунд, первые 4 игры. Даю рассадку. Вот рассадка. А сейчас я займусь заполнением результатов. Так, почитаю, что мне тут пишут. Так. Ну вот, сейчас будет играться вот эти столы. Первый раунд, первые 4 игры уже завершились. Сейчас я начну писать результаты. Сейчас будут играться вот эти столы. Поставлю бэкграундом музычку, сам на пару минуток. Начало следующего тура будет через 3 минуты. Оставайтесь на стриме, оставайтесь на связи. Скоро начнется второй раунд. А пока что-нибудь поставлю. Пускай это будет чем-то интересненькое. Даже не знаю, что может понравиться всем. Ладно, поставим. Даже не знаю, что. Yourself, no matter what they say. Whoa!
combat gear to make a man. It takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Dong.
1, 2. Don. リーチ。
Блин, все это время у меня не было микрофона, достаточно тупо, я опять половину вещей сказал вслух, а никто не услышал. Микрофон у меня есть, все я говорил. Записал результаты турнира, результаты ханчанов. Пока что лидирует команда Питера, но нет одного реплея. Нет одного реплея, чтобы записать результаты. Чтобы подытожить их. Очень часто первые места теряли на третьем или четвертом юге свои первые места путем глупых накидываний. Случилось очень много таких ситуаций, где игроки теряли свои уверенные места путем своеобразных ошибок. Это было весьма глупо с их стороны, но потом можно будет запилить, сделать прям топ ошибок от игроков, которые не совершили. Будет весело таки посмотреть. Очевидная ошибка была наброс Байман, где... Ну, не Байман, а в дельских аниман, где было очевидно, что у человека чиницу. Но обо всем по порядку, сейчас идет игра. К сожалению, я выключил микрофон минут 15 назад, только сейчас вспомнил, что его нужно включить. Я выключил его в программе, вот у меня есть. 4 стола уже начали игру. Так, мне что-то еще пишут. Да, с их стороны, их, да. Да, виноват. Так, возвращаюсь к просмотру реплея. Игрок с левой Шанте на Таньяо, но либо Таньяо с Нанко, возможно, но это редкая рука. Такая может не собраться. Темпай на Таньяо Дора, уже получше. Правильно делать, что сохраняет Доматен, эту руку можно улучшить. Вот пятерка пин, правильный сброс восьмерка, это хорошо подмечено. Сейчас был шанс, что она бросит двойка пин в ронд сюда. Си. Вот темпай. Что? Почему тройка соу? При скидывании четверки соу это было бы Таньяо Саншику. Но игрок сбрасывает тройку соу, и мне непонятно почему. Только что произошел отказ от Саншику, просто из ничего. Таньяо Саншику Дора была бы рука. И мне весьма непонятно, почему было принято такое решение, почему было скинуто тройка со игроком слева. Вы все это можете наблюдать, я переключаюсь на него, чтобы было лучше видно. Вот тройка со, вот ожидание, 2-5 со в дискарде нету. Саншику просто похерено, если можно так сказать. Да, есть странные решения у игроков, не совсем понятные. Но вполне вероятно, что есть логика у этого действия. Шел один из последних кругов раздачи, и... Он думал, что четверка СО может пойти в рон, а тройка СО проходила недавно, скорее всего. И, исходя из этого, он посчитал, что так лучше сыграть было бы. Такая игра уже была бы не лишена смысла. Две речи палочки, два реча на столе. И я думаю, Ольга очень сильно хочет собрать свою руку. Она достаточно быстрая, хоть она стоит очень дешево, но она получит дополнительную стоимость за палочки на столе.
Этим все время нужно пользоваться. А вот и выход в темпай. Все хотят забрать эти палочки, все рискуют, все быстрее открываются. Это настоящая гонка. Уже есть два темпая за столом, кто же выиграет первым? Совершенно непонятно, кто выиграет первым. Вот приходит пятерка пин. Скорее всего, она выйдет. Дом. Да. Ну что ж. Плотненькая борьба. Не было собрано дорогих рук. Борьба будет продолжаться. Переключимся на другой стол. Повторим, как у них дела будут. Следующий стол будет у нас 2-2-4-4. Ой, здесь... Игрок из Питера снова собрал много очков. Пока что я не знаю, каким образом, но он крепкий лидер. Слева Шанте на 2 и кухая хоницу Чанта. Не уверен, что ему очень сильно нужна эта Чанта, потому что у него и так есть стоимость близкая к Мангану. И очень странно то, что у него в дискарде 1-4 мана, он был бы уже в темпе на 7 ман. О чем он думает, я пока не подозреваю. Ему зашла Дора. Ого. Тема накинул Дору, не подумав. Дора могла полететь сюда, в очень дорогую руку. У дилера есть шанс сбросить Дору прямо сейчас, но он этим не пользуется. Вполне вероятно, скоро Дора пойдет в рон налево. Это не сам последний исход. Темпай, но нету стоимости, нету яку. Пить. И всего один тел на ожидание. Зачем это Ричи? Это полная глупость. Игрок кинул Ричи на одну пятерку соу. Ну зачем это делать? Здесь нету опять ничего, нету идеи залома, нету причины, почему стоит на это ожидать. Это полная глупость, а не игра. Ну почему так скверно все это? Ну почему так люди играют? Справа Доматена 4-7 ман. Вот и семерка. А это в хайтей еще что ли? Хайтей, танпин и пейка, саншоку. Вау. Вау. А здесь нельзя было кинуть Ричи, потому что все, один тел остался. И блин, это пипец. Я думаю, вместо семерки ман, то я мог что-то скинуть. Но семерка ман кидался только что. Это такая... Ой, блин, все хороши на самом деле здесь. Все игроки умнички. Это... Много глупых решений я уже заметил. Я даже не как это комментировать. Это немного слабенькая игра от многих игроков. Ну вот это Ричи в дырку на пятерку со, где три пятерки со вышло, было крайне странным. По-другому его не объяснить. И Ричи от лидера, и к чему это все было?
home. Пока что смотрю, люди собирают свои руки. Слева есть шантен без яку. Вместо вавтока, кстати, мог скинуть 8-6 пин. Потому что у него и так нету яку. Справа хорошая рука. Речи кухай. О, и под Цуму. Теперь игрок справа может рассчитывать. Ого, две урадоры. Как так? Две урадоры еще. Теперь игрок справа может рассчитывать на первое место. Но дилеру зашла очень хорошая рука. Он может ее собрать очень быстро. Белый является дорой. Ну, не ошибкой будет скинуть сразу же белого. Он только замедляет свою руку. Ну вот эта тройка ман уже точно какая-то ошибочка. К ней очень часто будет сходить какой-то тайл хороший. Белый здесь совершенно не нужен. Но он все еще держит белого дракона. Наверное, рассчитывает, что он ему зайдет. Уже есть результаты этого стола. Home. Хоуру Мика Леонуш. Пить. Слева кинули речи. Чем же ответит дилер? Неужели он сейчас кинет белого? Это будет сейчас срам. Он кинул белого. Ну ладно. Ради чего он кинул белого, пока непонятно. Ради темпая. Если игрок слева возьмет сумму манган, то поменяется у нас лидер, потому что дилер заплатит 4000, игрок справа заплатит 2000. Но то, что у игрока слева стоимость манган, я пока не верю. Кстати, как бы справа стоило бы вести себя более агрессивно. У него был вариант с Викухаем, сбором руки. Он зачем-то начал защищаться, теперь он, скорее всего, проиграет. Потому что если он не собирает свою руку, то Тойман, Дмитрий, он уходит в минус по очкам, и ханчат заканчивается. Это весьма скверно, если игрок справа позволяет себе занять второе место и не рискует. Я бы даже с уверенностью вам сказал, что... Игроку справа выгодно накинуть игроку слева, чтобы Тойман Дмитрий не вылетел в минус. То есть, если бы этот игрок рисковал, бы накидывал бы в рон этому игроку, ничего бы не изменилось.
Но если этот игрок берет сумму, то этот игрок уходит в минус. И игра заканчивается. Невыгодно оставаться на втором месте с такими очками в таком положении. Ну, это тоже можно назвать ошибкой. Ну что ж, ханчан закончился. Один из четырех ханчанов. Пойду смотреть следующие столы. Лобби 2-2-4-5. Там у нас тоже проходит борьба. Идет черный восток. Справа можно кинуть, наверное, восьмерку со. Но почему-то Дом. решил. Почему четверка со? Ну. Реши торидоры. Три урадоры. Там можно было скинуть по-разному, выйти в темпай в три стороны, но решил. Игрок справа решил остаться в сражении в Сянпон. И при этом еще и накинул урон. Ну, там был вариант, как можно было сыграть по-другому, скинуть другие тайлы, вплоть до сброса семерок ман пары, которые чуть более безопасны. Ом. Ну, дорогих рукавиц не вижу, все доры поскидывали. Игрок справа может собрать пинфу, у него есть шантен. Остальным игрокам достаточно далеко до темпая. Странное решение, игрок скидывает 5 пин из 5-3 пин, он теряет возможность саншику. Я переключу на этого игрока. Он скинул 5-3 пин, ради чего я пока что не знаю. И сидя на черном месте, получать два дополнительных хан достаточно приятное Си. прибавление к стоимости в руке вместо пинфономия. Открытие сейчас было бы совершенно не кстати. Пить. Заходит темпай, танпин. Ну что ж, тоже хорошая Си. стоимость. Сразу же ломает и пацу игроку, чтобы он не смог забрать свою руку подороже. Си. Боюсь, это семерка пин. Дом. Простая рука у игрока, сидящего на севере. Хорошая рука у игрока, сидящего на востоке. Пожалуй, после этой раздачи я переключусь. Буду смотреть другие столы. Ом. Ну и хорошая рука у запада. В принципе, тут есть что собирать всем игрокам. Дилер может собрать даже минхон. Я думаю, стоит посмотреть на его руку. Как он будет ее развивать. Нет, не стоит открываться, это полная глупость. Ты еще можешь Си. получить тайл со стены. Открытие находит цуноми от дилера. Стремление победить.
подобрать то и то. Достаточно интересная рука. Четвертое место открывается на 2000. Танео Двидоры. Дилер открывается на Хони Цуноми. Причем на Хони Цуноми, которое могло стать закрытым Хоницу. Но такие руки редко кто собирает. Были хорошие много тайлов, хорошей формы. Но было принято другое решение. Си. Ом. Танео Двидоры. Не то чтобы это что-то меняло. Да, раздача прошла. Пойду смотреть следующую. 2-2-4-6, по-моему. Лобби. 2-2-4-6. Что у нас здесь творится? У игрока из Новосибирска очень много очков, 50 тысяч. Ить! Цумагири Ричи, интересная техника. А тут танки на Чуна. Ить! Танки на один тайл Чуна. Интересно, Ричи. Три Ричи за столом. Ричи Пейка две Доры. Четыре темпая за столом и три Ричи. Вот это рулетка. Вот это рулетка. Четыре ман. Хороший сброс. Что же они вытащат? Два тайла осталось, двойка ман. И в хайте берет 6 ман. Да, это ничья. Интересная ситуация. Три ричи за столом и дошли до ничьи. Ну, не такая уж частая ситуация, скажу я вам. Теперь на столе очень много очков, все хотят их забрать. Сбор быстрой тысячи, безусловно, является плюсовым решением здесь. Потому что за сбор 1000 получают огромную надбавку в виде 3600 на столе. Тоже скинет этот игрок. По-моему, здесь надо сбрасывать пятерку ман. Ну, можно было и так скинуть. Си. Игрок справа стремится собрать быструю руку. У него есть все шансы. Ом. Один из столов закончил. Еще два стола находятся в игре. Ом.
Игрок справа может накинуть четверка пин сюда. Вполне вероятно. Хотя нет. То он перестраивается. А, вот восьмерка ман сейчас может полететь. Или пятерка ман выйдет сейчас. Скорее пятерка, да. Ожидание на 5 пин тоже. Но вот этого игрока два ожидания. И одно из них последняя восьмерка ман, которая лежит вот здесь. Очевидно. Ну что ж, бравази будет продолжаться. Есть явный лидер, есть явный догоняющий, явный аутсайдер. Пойду за столом 2-2-4-4 смотреть. А он, пожалуй, и закончил у нас, так ведь получается. А, три стола уже закончилось. То есть тот стол последний, который играет. Да, пожалуй, я поставлю бэкграундом тот стол. 2-2-4-6. И буду записывать результаты. Три стола отыграла. Три из четырех отыграла. Отыграла. Сейчас играется 2-2-4-6 стол. Можно поболеть за своих. Так. Кан. И из Кана вытащил Тэпай. Прикольно. Двайку Хайхоницу, это манган с Каном. Ожидание на белого дракона, их два еще в тени. Вот и один из них. Так, ну что ж, пора бы мне записать результаты. Хочу повторить первый хэдчан. Первый хэдчан у меня скинул игрок с ником Лево. Это первый ханчан еще из первого раунда. Хотел записать его пораньше, но не было реплея. Сейчас запишу. Так. Он не дал полностью мне повторить, кто на каком месте. Так, ладно. Лео, дай полный список. Реплей и ники игроков с умой. Пока я ожидаю, мне пришлют реплей. Я посмотрю, как играют другие игроки. Слева 3 кухая уже открыто. Хотя формально всего лишь 2 кухая. Но один является двойным. Любопытно, игрок слева не взял восьмерку ман.
Он пытается нарастить шантен. Ого, здесь можно даже поймать той-той. Но единица пин-2 вышла. Игра идет своим чередом. Есть один ТП за столом, но он ТП достаточно такой, в который это накидывают. Это ТП в танке на Дору. Открытая рука. Вот уже два ТП. Кстати, игрок слева является обладателем супер темпая. Девятки соло еще все в тени. Но сейчас он может перестроиться. Вообще он может решить так не делать, это будет тоже неплохим решением. Одна девятка соло уже вышла, я пропустил это. Уже три игрока в темпае. А вот и девятка соло последняя. No. За счет мини-поинтов девятки соло это получилось 5200. Так, мне дали реплей, сейчас я буду его записывать. Так, открываю AirPlay. Куда я пошел? Стоп, ничего не надо. Мне нужно вот сюда. Так, что у нас тут? Туточки. Тикс-тикс. Кан Ричи. Танки на четверку пин. Любопытная игра. Неудивительно, что этот игрок проиграл. Так, ладно. Что-то я поспешил немного. And. Так. Первое место Якомс. Якомс 34700. Второе место Хоуру 26200. Мико. Мико занял четвертое место с результатом. Ага, 18800. То есть Питер все-таки занял четвертое место одно. Значит, он не является лидером сейчас, после первого раундов. Леонаш третье место с результатом. С результатом 20300. Упс.
Ctrl-Z. 8, 11, 12, 10, 8. Ну что ж, пока можно подытожить. На первом месте пока что команда из Новосибирска. Второе, третье место делят Питер и Москва по среднему. На четвертом месте Украина. Это по результатам первого раунда. Ну, посчитаем на всякий случай, сколько у кого очков. Пить! На втором месте Питер по очкам, у него 106 тысяч. У команды Новосибирска по очкам 116 тысяч. Дом! Личиноми. Так, надо посмотреть, закончил ли последний стол. Еще играют. Вносил уже три игры второго тура. На меня давит. Ну, сейчас внесу. Вот одна из них. В ней участвовал игрок из Питера. Смо. Это 1500 у него. Два и один. Зачем игрок из Украины занял второе место? 40700. Это у нас второе место. Дальше у нас был игрок из Москвы, Дмитрий Шавик. Четвертое место с результатом минус 1700. Братишка подставляет Москву. Третье место. Игрок из Новосибирска, 9500. Второй ханчан второго тура. Вот он. Я так предполагаю, что ханчан закончился. Все ханчаны закончились. Перерыв до 55 минут. Только это раньше. Нажимайте. Да, во-первых, до 55 минут. Я пока буду носить результаты. Да, нужен реплей. Так, они доиграли. Я пока выйду отсюда, чтобы не было посторонних звуков. Сейчас я буду вносить результаты следующих столов. Счет не по игре, да. Известная отмаза, счет не по игре. Дом. 1300, окей.
трахачам второго реплея, 41500 у рогатником реплей, 41500. Это первое место. Второе место у игрока с ником Ax 28400. Стабильно, два вторых места. А, третье место у игрока Хоуру 20900. Третье место. Четвертое место игрока Нордвест. Поменяюсь с Лора на Нордвест. Хотя ладно, пускай будет Лора. Четвертое место. К сожалению, снова. Очков 9200. Так, третий реплей смотрю, открываю. Третий реплей. Так, вот это он. Победила Ольга. 44400. 44400. У нее первое место. Второе место у игрока из Новосибирска. Сержан 26500. Второе место. Дальше у нас будет. Дальше идет Мико, игрок из Питера, 15600. И на четвертом месте игрок из Украины. С результатом 13500. Так, и остался еще один ханчан последний. Нужен реплей, пишу. А вот и он. Копируем, вставляем, заходим. А-тя-тя-тя-тя. Такс. Вытаскиваю его, смотрю. Сейчас я узнаю, что у нас творится. Творилось в последнем ханчане. Ничья. Ничья. А, первое место занял игрок из Новосибирска с результатом 38200. Это уже второе первое место его подряд. Хорошая игра. Второе место занял игрок из Москвы. 37300. 37300. Второе место. Так, и третье место у нас занял игрок из Питера, а его результат был Альберт Эйнштейн, 18300. Так, четвертое место занял игрок из Украины с результатом 6200. Четвертое место. Что-то сборная Украины за 8 ханчанов всего лишь... Одно первое, достаточно скверно. Так, ну что ж, результаты пока известны. 5, я посчитаю так, чтобы было видно на стрим, повторю так. Сейчас уже тяжелее считать средние места общие. Я их пишу таким способом. 5, 5 это 10, 10 плюс 8 18, 18 плюс... Значит, 26 очков. У кого меньше очков, значит, у того меньше среднее. Так, ну, пожалуй, так. 2, 1, 3. Потом 7, 10, 15, 19. Тоже зелененьким отмечу. Это промежуточный результат.
команды. 3-1-4, потом еще 2 это 6. 6 плюс 5 11. 11 плюс 3 14. 1, 14 плюс 1 15. 15. Команды Москвы 6. 5 это 11. 5 еще это 16. И 4 это 20. Ну и очки сейчас тоже просуммирую. Ну, очки, кстати, не стоит суммировать, потому что они пока ничего не решают. Вот пока что распределение по местам, по очкам, по местам. На первом месте идет с уверенным отрывом сборная Новосибирска. У них очень маленькое среднее место. Это 15 разделить на 8. Ну, 15 разделить на 8, пускай будет так. 1,875 у них среднее место. Дальше идет сборная Питера, сборная Москвы. У сборной Москвы среднее 2,5. И потом идет сборная Украины. Ну, давай посчитаем среднее тоже. Среднее 3,25 общее у команды. Скверный результат. Так, ну я думаю, перерыв уже закончился. Я просил до 55 минут сделать перерыв. Так. 55 минут настало. Настало. Так, теперь пишу рассадочку общую. Рассадочку. Стоит показать вам чатик. Он здесь есть. Конференция, где мы собирали народ, где мы общаемся, где мы обсуждаем результаты. Два стола уже начало. Это хорошо. Так. На стриме у меня 13 зрителей, которые не зарегистрированы на Твиче или не соизволили зайти. Ничего. А повторю по результатам игроков. Стоит выделить тех, кто занял 1-2 или 1-1 места. 1-2 занял XXL Доктор, по-моему, никнейм. Потом занял еще Якомс. Йорк с ником Якомс занял 2 первых места. Ну и все. Стабильных больше таких, которые приносят очки в команде, не так-то и много. Ну еще можно поставить 2-2 на самом деле. Вот это тоже хороший результат, 2-2. Ну а остальных у всех такие средние результаты. Скорее, которые ведут в минус. Ну, очень много 3-1 на самом деле. Вот разок. Вот еще раз, вот еще разок. Ладно, сначала начались, я, пожалуй, пойду смотреть на их игру. На их игру, опять-таки. Привычка так говорить. Так, 2-3. 4-4, что ли? Нет, 2-3. 2-3. Я уже забыл, как лобби. А, 2-2-5-4. 2-2-5-3. Они уже начали, через пару минут я узнаю. Я уже увижу их стартовые руки. Судя по всему, 2-2-5-4 начали раньше. Пожалуй, переключусь на них. А они даже позже начали, на одну минутку. Ладно, вернусь обратно. А нет, повторю-ка я еще. 2-2-5-5. Здесь кого-то должно не хватать. Здесь есть Мика, Нордвест. Это вот эти два игрока. А, все четыре есть в лобби. 2-2-5-5. Нажимайте. Ждет одного игрока, который не нажал на кнопочку. К сожалению, я не знаю, кто это. 2-2-5-6. Начали играть 2-2-5-6.
А, да, 2-5-5 начали, хорошо. Все столы начали, приятной игры. Так и напишу ребяткам. Все столы начали. Приятной игры. Приятной игры. Так, пойду-ка я, пожалуй, на 2-2. С первого стола начну. 2-2-5-3. Повторю за Дмитрием Мишаковым. Это, кто не знает, победитель Симферопольского турнира, который был чуть меньше месяца назад. Или ровно месяц назад, я уже позабыл. Чуть меньше месяца назад, разумеется. Был 28 февраля и 1 марта. За хорошими игроками всегда приятнее смотреть, чем за другими. Однако результаты пока противоречивые, и хорошие игроки проигрывают. Си. Правосудие на стороне менее сильных. Хотя, кто знает, то сильнее, кто слабее. Одним турниром это все, конечно, не выяснить. Но если сравнивать команды, которые участвовали в 16 ханчанах, можно сделать какой-то вывод. Если результаты в ханчанах будут слишком разными, слишком большая между ними будет разница. Здесь, по-моему, правильный сброс либо 6, либо 4 ман, не стоит какая-то речи. Это Дора, ее стоит оставить. Ну, хорошо сыграл. Смотрю на свой стрим. Стал на 5 меньше зрителей. Ну, по-моему, хорошо видно стрим. Ухожу обратно. Это... Ой-ой-ой. Игрок допустил сильную ошибку. Он кинул Ричи, потеряв Саншику. Он мог кинуть единицу пин и демотейнить Саншику Дора-Дора на четверку ман. Или потом как-нибудь перестроиться. Но вместо этого он кинул Ричи пинфу 2 Доры, но 2 единицы вышли. Одна четверка у него в руке. Ему часто мог не накинуть, и у него очень плохое ожидание. Ну, на самом деле, очень плохое ожидание у него. Это ожидание он мог бы вполне перестроить, даже вот этой пятеркой пин. То есть, я объясню, он сознательно кинул Ричи на четверки пин. 2 единицы вышли, он живет на 1-4 пин. И сейчас, я думаю, он может легко накинуть игроку слева, имея такой плохой ричи. К сожалению, он уже каратен, 3 четверки пин справа, ему могут не накинуть их. Ну, а семерку ман могут накинуть ему. Дорогая рука, у Радор увеличил стоимость руки на 6000. Но примерно такая же рука была у Аркана, с которым я только что смотрел. Но он совершил, можно сказать, грубую ошибку, кинув такой ричи. У него была возможность перестроиться, была возможность выбрать ожидания лучше. И он на всех фронтах совершил, мне кажется, ну, либо недочет, либо ошибку. То есть было более разумно сыграть несколько иначе. Но порой, даже если ты играешь неразумно, ты можешь собрать все еще свою руку. В маджонге, возможно, равно стечение обстоятельств. Порой неудачное решение приводит к самым невозможным победам, самым непонятным успехам. Может случиться все что угодно в этой игре. Но лучше, конечно, играть по теории вероятности.
на максимальную возможную прибыль математическую, принимать более разумные решения.